Исфахан, церковь Ванг. Экзотическая ночь Исфахана. С цветами, огнями и звездами. Это невозможно не полюбить. Рукотворные чудеса в темноте ночи. И словно вдруг становится трудно отличить небо от земли. Это место, которое можно только чувствовать и наблюдать. Место, куда невозможно добраться и в которое всегда в пути. Французский путешественник Шарден говорил: «Я обязан написать это, чтобы сказать, что когда ты гуляешь по этому городу, нельзя не влюбиться в него. Глядя на различные аспекты города, вы заставляете свое сердце биться чаще и теряете контроль. Я уверен, что климат как-то связан с веселым характером здешних людей». Церковь Ванг. Это церковь и музей в районе Джульфа в Исфахане. Это историческая церковь, построена в эпоху сефевидов. Ванг по-армянски означает «великая». Эта церковь была построена по заказу сефевидского царя Аббаса II в XVI веке. В церкви также можно увидеть смесь деталей и целостности, которая является ключевым элементом иранского искусства. Здесь вы можете увидеть больше семицветных плиток, чем где-либо еще. Главный молельный зал церкви имеет параллельную форму. Он состоит из двух прямоугольных секций. Первая часть представляет собой внутренний двор здания, а вторая расположена под куполом, где выступает церковный хор.